Приветствую вас, любимые гости, братья и сестры. Расскажу вам одну историю, которая случилась с моей мамочкой. В 99-м году, 19 марта, день памяти, был иконы Божией Матери «Благодатное небо». И как вы помните, в этот день в Владикавказе был теракт на рынке. Погибло больше 160 человек. Но вот что удивительно, в этот день моя мамочка, матушка, взяла с собой маленькую ламинированную иконочку Царицы Небесной, Благодатное Небо. И вот когда произошел этот взрыв, теракт, она очнулась, вокруг нее практически части тел лежали, а у нее ни одной царапины не было. Вот вам и живой пример веры и любви Божией. Храни вас Господь. Молитвами Царицы Небесной, Господи, спаси души наши. Аминь.